Привет, дорогие зрители, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Outlast. Мы находимся в психушке, собственно. Но самое главное, что мы теперь находимся внутри помещения, а не снаружи. Не могу сказать, что нам от этого легче, потому что здесь внутри происходит что-то непонятное. Психи ходят уже совершенно какие-то пассивные, вроде даже не пытаются меня бить, он там ходит парень с дубиной. И все равно очень страшно. Самое главное, что Вальридер... Мы его видели. Непонятно, что это такое. Так, а я смогу, нет? Давай. Хорошо, пойдем дальше. Нам нужно найти отца Мартина. Это не самая легкая задача, как я пока могу видеть. Ох, какая же эта игра все-таки атмосферная. Это же ужас просто. Так, вот и он. Хорошо, мы сейчас пойдем к нему, но сначала мы пойдем от него. Но мы вроде как не пойдем никуда, да? Эта дверь не открывается. А, она открывается ключом. А эта дверь не открывается вовсе. Зато здесь есть батареечка. Но я, к сожалению, не смогу просунуть руку. Давайте попробуем. Будем надеяться, что скоро этот кошмар закончится. С верхних. Хорошо, отец. Постараюсь. Батарейка почти на ноле. Здесь есть вообще что-нибудь не окровавленное? Это же просто беда. Да. Это крыло явно видывало лучшие деньки. Я так понимаю, сейчас нам нужно найти ключ и двинуться вон туда, к этой закрытой двери. Давайте аккуратненько. Здесь был пожар, смотри, точно. И что-то мне это совсем не нравится. Господи, как же темно. Кто побил эти окна? Что это? Я не припомню, честно, хоть одну игру, которая бы так расшатывала нервы просто своим эмбиентом, своими звуками. Ни одного предохранителя. Три предохранителя, я понял. Так может это там была не батарейка, а предохранитель? Так, хорошо, давайте пойдем сюда. Черт ногу сломит. И вы знаете, это такой пожар, который даже не тушили особо, я так посмотрю. А вот это вот уже, по-моему, не очень хорошо. Свечи. Drive in the nails. Что-то двигай гвоздям, что ли. Или насади на гвозди. Офигеть просто. Так, отлично. Давайте-ка мы закроем дверь. Я чувствую, что произойдет сейчас что-то не самое хорошее. А еще мы можем подпереть, давай. Палец совсем плохой, смотри. Я не знаю, раз мне дают возможность это сделать, то так сделать и надо. Твою мать. Я боюсь подходить. Первый предохранитель. Беру его. Игра, по-моему, реально стала гораздо темнее, нет? Так, ну и зачем я это все делал?
Там кто-то есть. Да блин, какого же черта? Подожди, кстати говоря. Мне точно не нужно его как-то... Я бы хотел. Черт вообще. Вроде никого пока, да? Так, ладно, допустим, часть дела сделана. Ох, япона, мать. Я возьму, ты не против? Во-во-во, твою мать, хватай, быстрее делай. Делай, делай, делай. Твою мать. Какого хрена, кто это такой? Он не сможет ее сломать. Не сможешь же? Ох. Охренеть. Еще эта тень так наехала. Я подумал, что с этой стороны кто-то есть. Так, ладно, это мы уже проходили. Пора привыкнуть, верно? Это же совсем не страшно. Там есть кто-то? Твою мать. Он, если я вот это отодвину сейчас, и дверь просто рассыпется. Там той двери-то уже не осталось. Какого же черта? Я ни хрена не вижу. Где он и кто это вообще? Твою мать. Твою мать. Твою мать. Ой. Это не он. Бери, бери, быстрее, бери. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, спокойно. Ой, твою мать. Спокойно, спокойно. Ты не за мной случаем? Я что-то как-то посмотрел на тебя, думаю. Ну тебя нахрен, мужик. Это, по-моему, самое страшное вообще, что нам приходилось переживать, нет? Мужик, иди отсюда куда-нибудь. Сейчас батарейка сдохнет, как обычно, в самый подходящий момент. Я так понимаю, сейчас я хватаю, и ему это не нравится. Поэтому давайте-ка мы... Спокойно, парень. Парень, полегче. Да закрой! Ты
Твою мать, уходим. Твою мать. Какой скотина. Бежим. Два готовы. Все тихо, тихо. Уходи, мать твою, уходи. Здесь нет ни хрена. Где же? Я иду просто на свою смерть. Давай под кровать. Тихо. А теперь трогаем. Пошел. Ой, мне хана. Он сзади. Бежим. Какой нахрен такой? Все, давай. А с этой стороны я даже не посмотрел, что в комнате. Мне пофигу, честно. Так, ну с этим-то понятно все. Чувака просто попотрошили. Я не знаю, у меня реально вот просто пальцы сводят напряжение. Хорошо, берем, и он начинает понимать, что мы здесь, да? Пригласите его райдера. Призовите типа его. Как мне мимо него пройти вообще? Так, парни, все будет хорошо. Ох, меня ж передернуло. Как там говорят, писать хочу, значит. Блин, твою мать. Я даже не знаю, он тут вообще, нет? Я не слышу его. Мне страшно туда идти. Просто страшно. Он прям тут, да? Что-то по-французски. Вон он. И он идет сюда. Тихо. Спокойно. Так, вот он ушел. Пойдем. Да не в ту сторону ты повернулся. Сейчас мне нужно дождаться, пока он пробежит туда, и я двину в обратную сторону. Тогда у меня есть шанс. По-другому я с ним по-любому встречусь.
Вот так вот надо пугать вот в хоррорах. Это реально не скримеры какие-то. Вот это реальная жуть. Давай, батареек пока полно. Мы справимся. Давай. Он идет обратно. Ты ж бы не заметил. Давай, братья. Теперь валим. Давай быстрее, давай. На. Давай быстрее, давай. Валим. Нахрен. Куда я пришел вообще? Дайте мне передохнуть маленько, сейчас просто кони двину. Да ключ же, я же нашел ключ. Я взял ключ, нет? Какого черта? Я чего-то не понял, походу. Куда еще может быть этот ключ? Давайте сходим назад. Я не знаю. Будет смешно, если я не взял ключ, получится. А скорее всего не взял. Пойдемте обратно, чё? Чё мне остается? Идти к этому психу. Ох, как я ненавижу это дерьмо. Все в целом вообще. Может мне этот отодвинуть? Нет. Там не открывается. Да. У меня была такая паника, что просто... Я не знаю. Тут нет. Я же взял, нет? Какого хрена? А, она упала, я понял. Я понял. Все, я просто в панике не увидел этого. Мне нужно двигаться вниз. Хорошо, где-то там будет. Так, аккуратно. Где-то в подвале, видимо, да? Будет то, что мне нужно. Учитывая, что в подвале так хреново, я, честно говоря, вообще не рад. Спокойно, парень. Ох, я что-то, походу, втыкаю уже, потому что я не понимаю, где ключ. Куда он мог упасть? На самом деле сейчас, конечно, уже глубокая ночь, поэтому ничего удивительного. Это вторая серия за день, которую пишу на новой квартире, поэтому неудивительно просто. Я очень уставший, как обычно. Так, хорошо, пойдем сюда. Здесь у нас свой психопат, но этот вроде бы не опасный, да? Ты же не опасный? Тут я, кстати, не был нигде. Ладно, будем искать. Слава богу, я уж посмотрел такой страшный коридор, что... Что ну его нафиг вообще. Даже вышел.
Да, я уже начинаю втыкать, поэтому сейчас мы найдем этот ключ. Успокоимся. Понимаете? Как я мог так сблудиться? Вот это выход. Дальше все. Так, ну здесь прачечный он может быть, нет? Да. И сейчас этот псих, я думаю. Куда он делся? Твою мать! Уйди от меня! Уйди! Иди! Иди, твою мать! Чё, съел собак? Короче говоря, теперь-то ты мне откроешь дверь, нет? Отлично. Фу, по-моему, это было дико жутко. Давайте на этом остановимся, и я отдохну, и уже на следующий день буду записывать новые серии. Могу сказать, что... Блин, это реально просто жуть какая-то. Меня реально вымотали эти две серии. Я настолько не пугался, насколько испугался сегодня. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.